Почти на 2 миллиона рублей оштрафован подрядчик, который ремонтировал теплотрассы и котельную в селе Бородино. Напомню, Бородино в Багратском районе в этом году отличилось рядом коммунальных аварий с самого начала отопительного сезона. По требованию сельского совета отремонтировать теплотрассы и котельную подрядчика эта компания «Макарская РСУ номер 7» должна была еще летом. Но, как установила прокуратура, работа организация начала намного позднее, когда они уже должны были закончиться. Из-за этого в Бородино были сорваны сроки начала отопительного сезона. Компания заплатит штраф 1 миллион 800 тысяч рублей. Это общая стоимость трех контрактов, которые были подписаны с сельским советом.